Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Так как место уже подходит к концу на жестких дисках, я приобрел вот такой вот Western Digital жесткий диск, внешний, на 2 терабайта. Сейчас будет унбоксинг, распаковочка этого диска. Это уже второй такой диск, который я приобретаю. Они, эти диски, хорошего качества. Проблем никаких не было с предыдущим диском. Так, что у нас здесь? Пленочки все. Продукт of Thailand. Продукт из Таиланда. А тот, кстати, диск у меня был, если я не ошибаюсь, из Китая или даже из Малайзии. Вроде как из Малайзии, а этот из Таиланда. Так, сразу это все распакуем. Все равно его придется подключать. Здесь разъем под питание. Как мы видим. И под USB. Вот он, этот разъем. Под USB провод. Ничего не дребезжит, все нормально сделано, очень даже качественно, я так думаю, для этого диска. Так, что у нас здесь? Блок питания, обычный блок питания на 12 вольт, 1,5 ампера он выдает. И вот этот USB шнур, кабель. Конечно же, документация здесь, гарантия. На многих языках, в том числе и русском. Так, где у нас здесь на русском? Информация о гарантии, обслуживании и все такое. Больше здесь ничего нет такого. Еще раз скажу, что это очень надежные жесткие диски Western Digital на 2 терабайта. И по цене они очень даже приемлемы. Стоит он 2990 рублей. В общем, 3000 рублей отдать за 2 терабайта. Это очень даже хорошо. Мне лично очень нравится такая цена на эти жесткие диски. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интереснее.